дорогие друзья. Ну, день действительно добрый, несмотря на то, что дождик, причем так серьезно поливает, по-питерски. Я думаю, что в этой аудитории небольшой, но дружной, ни у кого нет сомнений, что хоккей – это один из самых любимых видов спорта нашей страны. Ну, а наш СКА, петербургский СКА, лучший хоккейный клуб не только нашего города, но и всей России. За эти годы многие поколения хоккеистов СКА регулярно радовали нас, болельщиков, петербуржцев, ленинградцев, своей великолепной игрой, дарили нам самые прекрасные эмоции. И, наверное, у каждого в памяти еще свежие воспоминания о 2015 году, когда мы в самом сердце Петербурга чествовали наш прославленный клуб, который наконец-то стал обладателем Кубка Гагарина. Я уверен, что впереди у клуба еще много побед, самых высочайших, самых достойных. И очень приятно, что сегодня вот на день рождения, на свой юбилей клуб сделал подарок не только себе, но и всему городу. Действительно построил замечательный тренировочный центр, уверен, который будут использовать не только хоккеисты СКА, но и все любители спорта для того, чтобы заниматься здесь, в этих прекрасных залах, которые в самое ближайшее время откроются на стадионе. Я уверен, что в этом центре и будут вырастать и возрастать новые наши прекрасные звезды. Ну и очень приятно, что мы сегодня с вами будем высаживать аллею из 46 деревьев, посвященных 1946 году, году рождения нашего прославленного клуба. Уверен, что в самое ближайшее время эта аллея станет таким знаковым местом не только для хоккеистов СКА, но и для всех любителей спорта, для всех любителей хоккея, для всех поклонников и болельщиков нашего прославленного клуба. Я хочу от всей души, во-первых, поблагодарить руководство клуба за этот подарок для города, а во-вторых, пожелать, в первую очередь, конечно, хоккеистам так держать, идти только вперед, потому что СКА без победы не может быть настоящим СКА. От всей души вам желаю победы всегда и во всем. Удачи, дорогие друзья, и, естественно, счастливых стартов на этом стадионе. Я бы со своей стороны сказать, что мы очень благодарны городу за поддержку представителей этого замечательного хоккейного центра. И для нас очень важно именно в том смысле, что мы хотим, чтобы все наши дети занимались хоккеем как можно больше в городе. И этот центр дает больше возможностей для массовости. А именно массовость потом в итоге даст нам результаты и даст нам эти победы. Потому что все-таки для нас очень важно иметь именно своих воспитанников, которых вы хотите видеть в нашем клубе, рассчитываем на поддержку города. Поэтому спасибо вам большое, Георгий Сергеевич, от нас, и мы очень благодарны. Спасибо.